Так, значит, что у нас? У нас 17 ноября 2017 год, Харьков. И замечательное астрономическое событие, парад планет. Собрались на троих соображать. Венера, Юпитер и Луна. Ну, месяц в данном случае. Слева месяц, понятно, серп Луны. Внизу Венера. И в правом верхнем углу Юпитер, если я ничего не путаю. То есть, конечно, вряд ли я Юпитер с Луной перепутаю, но... А вот Венеру с Юпитером запросто. Сейчас попробуем навестись на Луну. Не убегай, пожалуйста, не убегай. Да... Такой серп мне еще не попадался в кадр. Такой тонюсенький. Да, сегодня у нас, ну вернее сегодня у нас, все время у нас 14 числа. Поток метеоров Леонида из созвездия Льва. Завтра утром перед рассветом будет пик. Но поскольку, допустим, когда сошлись Венера и Юпитер на максимально близкое расстояние, облачность не позволила поснимать. Что ж такое уже? Светло слишком, да. Не получается на планетах фокусироваться. Эй, ребята, вы куда делись? Не, ну ты посмотри, было и нету. Но уже светло. Ну, что-то зафиксировалось, надеюсь. Сейчас попробую зафиксировать камеру, а то при таком увеличении дрожания. Вот, да еще что-то и получилось. Это у нас Венера, богиня утренней зари. Или это Аврора, богиня утренней зари. Ну ладно, сегодня 7 ноября, не 17 ноября, не 7. Так что будем считать, что Венера. Про Аврору вспоминать уже поздновато, через 100 лет. Ну, ну, тушься, тушься, давай. Ну, давай попробуем на Юпитер. Без надежды увидеть его спутники. Ио Каллисто, Ганимед, Европа. Что там еще было? Ио Каллисто, Ганимед, Европа. Ничего больше не было, их 4. То есть их не 4, а 60 с чем-то. Но галилеевские именно 4, которые Галилей увидел в первый телескоп. Ай-яй-яй, зачем же ты так сделал? Лучший враг хорошего, что называется. Ну, в общем, что-то попало. Это очень хорошо. Не, ну посмотри, вообще, может, на мониторе будет видно, на экране
Телефона не видать. Будем пытаться. Keep trying. Не, уже не то, что Юпитера, уже и месяц не фиксируется. Где-то вот здесь. Наши звездочки. Ну что ж тут сделаешь. Возможности фотоаппарата не безграничны. Итак, слава тебе, Господи. 200 крат давать увеличение. Ну давай луну, что ли, на безрыбье. Смотри, Венера выглядит ярче луны. Ничего себе. Красавица. Венерианская красавица. Уходим. Вот она попалась. Ну это прям как на рыбалке. Подсекай в смысле как на рыбалке, а не как девиз у аериста. Красота. Ветерочка нет у нас. Да, ну на кратеры тут не полюбуешься. Тут так, какой-то что, все сбил. Это я могу. Сейчас будем еще разочек. Не, уже нет.
На Венера до сих пор. Видно, надо же. И Венера упустил. Дохленький из меня рыбачок.